Каникулы у детей проходят не только интересно, но и полезно. В центре внешкольной работы для ребят мастер-классы, интеллектуальные игры, музыкальные занятия, квесты. Работают секции рисования, рукоделия, театральная и вокальная студии. Помимо занятий, ребята знакомятся с различными профессиями. Программа «Полезные каникулы» в муниципалитете реализуется уже второй год. Она стартовала 1 июня и продлится до конца месяца. В ней принимают участие почти 90 детей. Занятия проходят по художественной, технической и военно-патриотической направленностях. По четырем корпусам. Это площадь Ленина 13/1, Весенняя, дом 2 и улица 1905 года, дом 15. Время пребывания детей с понедельника по пятницу с 9 до 12:45. Здесь у нас в основном художественная направленность. Это и рисование, и бисероплетение, кружевоплетение, театральная, вокальная студия. Ребята еще и принимают участие в различных всероссийских акциях. Сейчас готовится к очередной, и посвящена она 60-летию полета в космос первой в мире женщины-космонавта Валентины Терешковой. Мальчишки и девчонки выходили на сцену в образе планет и созвездий. Дефиле записали на видео и отправили на конкурс. В этот лагерь я решила ходить, потому что я ходила сюда с 4 лет на танцы, мне здесь очень нравится. Я тут еще занималась народным пением и занимаюсь в театральной студии и в театре моды. Мне очень нравится в театральной студии и в театре моды. Я это очень люблю. Я хочу быть актером очень сильно. Я бы с радостью снималась в каких-то фильмах или выступала на сцене. Мне очень нравится находиться в этом лагере. Очень много разных занятий, много разных увлечений. И узнал много нового. Например, занятия с глиной, я ни разу не занималась этим. Много хороших друзей, хорошие педагоги. Интересно заниматься вообще. Сегодняшний день стал необычным в центре внешкольной работы. В гости к детям приехали сотрудники МЧС. Они рассказали им о своей профессии и провели мастер-класс по пожарной безопасности в летний период. Дети узнали, какие правила необходимо соблюдать, чтобы не допустить пожара и как тушить огонь.